Да уже месяц в этой деревне, ебать, сидим. Нихуя наступление не можем двинуть нормально. Укры все нахуй въебывают наше подразделение. Не дают двинуться просто, пиздец. У них опорники хорошо оборудованы. Все, танк выкатился по нашему, отхуярил, нахуй, укатился. Они только идут, пулеметы открыли огонь, нахуй, наши подавили, все, наши опять идут без одного. Все, у них только наши двинулись, там выкатили технику, наши их растеряли по нашей, сработало по нашей пехоте, и все, пиздец, наши все в панике, все, нахуй, никто не хочет в выступление идти. Технику разъебали, минометы разъебали, все, пиздец, остались без нихуя. Все, пиздец. Вот оно наступление. И так, нахуй, неделю. Перспективы вообще никакой, да? Вообще нихуя, просто нет, нихуя, осло совсем. Так вот мы воюем.